Здорово, щеглы и щеглухи. Это будет 18-я серия. Анекдот от дяди Коли. Мне рассказал друг мой Евгений. Вот такой, значит, такая ситуация была. Значит, лиса, заяц и медведь попали в яму. Ну, в смысле, в погреб упали. Во как, по-новому. Значит, ну, у них привычки были дурные. У зайца вот он всегда так чесал, а лиса лоб чесала, а медведь вот так что-то это. В общем, короче, наверное, его закусали. Ну, сидят они в погребе, говорят, давайте больше так не делать. Ну, они говорят, ну, давайте, вылазят из погреба. Ну, и говорят опять, вот если заяц ты вот так будешь делать, и лиса вот так, а ты медведь вот так, то мы вас, что с вами сделаем. Ну, в общем, ситуация такая, сидят, но уже тужиться не могут, и, а заяц не выдержал и говорит. А что он говорит? Блин, забыл. А, он говорит, автобус, лиса говорит, как там? Где? Где? Лиса что? Лиса, где? А, медведь? А, лиса говорит, где? А медведь говорит, ну все, побежали. Дорогие друзья, ой, забыл, да что сегодня такое? В общем, переписывать я видео это не буду. Короче, дорогие щеглы и щеглухи. В общем, я говорю о том, чтобы не было у вас дурных привычек и все такое. Смотрите мой канал на YouTube. Канал называется Николай Кныш, путешествия автомобили. Подписывайтесь на мой канал, у меня 473 подписчика было, сейчас куда-то двое за ночь делись, но это не важно. Давайте, всего доброго.